Моя прабабушка Мордасова Мария Семеновна жила и работала в Ленинграде. Когда началась война, она работала на автозаправочной станции, заправляла танки Красной Армии. Ей приходилось работать под обстрелами противника. Мы на одном берегу, а они на другом, вспоминала она. Муж и брат ушли на фронт и погибли. У нее на руках остались двое детей брата. Так как она работала, она получала рабочую долю хлеба, 250 грамм, и делила ее с племянниками. Она жила на Московском проспекте. В доме не было ни воды, ни тепла, ни света. Это были самые тяжелые дни блокады. Блокадная зима 41-42 года. С 42 года началась массовая эвакуация гражданского населения. Моя бабушка с племянниками по дороге жизни выехала из города в Воронежскую область. Больше она никогда не хотела возвращаться в Петербург, потому что было страшно и больно вспоминать о тех пережитых днях. Своим детям, внукам она ничего не рассказывала о войне. Мою бабушку все очень любили, уважали. Она прожила долгую и достойную жизнь. Она наш герой, наша гордость. Каждый год мы идем с ней по Невскому проспекту, по ее Ленинграду. Мы идем все вместе, в бессмертном полку.